Друзья, привет! Мы в Икее, Мега Дыбенко, Санкт-Петербург. Посмотрим, что тут интересного. Не забудьте поддержать видео лайком и подписаться на канал. Всем отличного просмотра! Смотрите, какая уютная гостиная. Написано, что стоит она 38 тысяч. Кровать тут металлическая. Кушетка 90 на 200, 9 тысяч стоит. Так, кушетка с речным дном, с матрасом, уже 16 998. Дальше смотрите, как тут повешена полка. Новинка, полка навесная. Размеры 80 на 30, 1400. На ней стоит абажур, картины. Над кушеткой повешено вот такое полотно 7000. Это ковер 80 на 150. Подушек много. Дальше. Коробки. Новинка. 799 рублей. Две коробки. Круглой формы. С бантиками. Раз коробочка и побольше. Так, тумба под телевизор 7000, 6900, комбинация для ТВ 140 на 42 и на 48. Сверху полочка тоже. На полу несколько ковриков. 700 рублей бежевый. Под ним зеленый. Видите, столик тут такой раскладной. Поднос на ножках. 800 рублей. Уютно, как все сделано. Подушки брошены на пол. Подушка 400 рублей. И чехол 800. Зеленый коврик 3500 стоит. 133 на 195. Такой уютный уголочек. Дальше тут место для чтения, видимо. Кресло, торшер. 1400. Столик придиванный. 1800. Сверху растения висят. 500 рублей растения. И кашпо еще отдельно. А вот новиночки. Смотрите, 300 рублей. Это рамка 16 на 16. И есть побольше 500 рублей. А тут вот такая гардеробная. Так, заглянем. Здесь каркас. Я так понимаю, что... Каркас гардероба ПАКС. Размер 100 на 58 и на 200. Стоит 3500. Туда уже вставлена полка. Тоже отдельно покупайте полки. Штангу тоже надо отдельно купить, выбрать. То есть шкаф собирается по вашему вкусу. Вот эти вот все ящички, модули для хранения. Это все отдельно надо покупать. 800 рублей вот такой вешается на штангу. На стене тут рейлинги, и на них уже вот такие контейнеры, мешочки для хранения, зеркало 600 рублей, удобное, гладильная доска висит, и коврик 700 рублей, сверху светильник 600 рублей. Небольшая кухня. Посмотрим, что тут входит. Комбинация 63 450. Длина комбинации 242 сантиметра. В
цены включены каркасы, фасады, ручки, петли, накладные панели, стопоры, цоколи, ножки и ящики. Дополнительно мойка 6490, смеситель 4000 и столешница еще 11990. Бытовая техника и подсветка отдельно продается. Ну, кухня, конечно, красивая. Смотрите, какие удобные ящички, корзинки. Все это тоже собираете по своему вкусу. Очень удобные. Колпак вытяжного шкафа 17 тысяч. Ящички такие со стеклами. А здесь, кстати, стекло декорировано еще тканью. Рейлинг, на котором все висит. 5 крючочков 279 рублей. Дуршлаг 749. Посмотрим, подставка для специй 37 на 13 тысяч рублей. Это сталь. Полотенчики, тут это тоже новинка, новая зеленая серия. И прихватки 200 рублей, а полотенчики 300. Раковина. Так, одинарная врезная мойка 53 на 47, керамика. Белый цвет, 10 788. И тут такой дуршлаг удобный. Сейчас со скидкой 249 рублей. Очень удобно овощи мыть, посуду складывать, сушиться, стекать. Так, посмотрим, что тут выдвигаются. Ящики какие. Это под раковиной. Как организовано хранение. Контейнер тут приделан для пакетов. Дальше вот очень удобно. Вот такая выдвижная полочка. У меня такая есть. Там хранятся, например, губки, какие-то средства для мытья, резиновые перчатки. Так, и что тут еще? Посудомоечная машина. Такая большая, стоит 33 тысячи. Так, посмотрим, что тут. Доска для записей с зажимами 1300. Тут висят прихваточки, варежки, сумочки. Кстати, вот эта тележка супер. У меня такая есть в другом цвете. У меня сверху стоит мультиварка. Снизу полотенчики и разная мелочь кухонная. И все это двигается, можно перемещать, мыть или куда-то возить за собой. Или если у вас дети любят рисовать, можно заполнить разными рисовальными принадлежностями. Также сюда можно повесить горшки, которые крепятся на рейлинге, они хорошо подходят к этому краю. Тоже поставить сюда фломастеры, карандашики. В общем, классная штука, она металлическая. 35 на 45 на 78. Дальше такая комбинация тут стоит. Стоит 46 270. Такие ящики тут выдвигаются. Столовые приборы здесь можно складывать. Видите, вынесено отдельно таким, как раньше называли, пеналом. Тут есть кресло. Это очень классно. Если у вас есть место, вот у меня в кухне кресло не поставить. И окошко такое душевное. Смотрите, какая красота. Шторки, гардины 2000. Дальше тут жалюзи. Так, сейчас найдем на них цену, ценник. Они магнитные. Так вот крепится, поднимаете. Можно выше. И цепляете. Цены что-то они... А, вот, вижу. 1200, 80 на 160, римская штора, белый. Но он не белый, он такой молочного цвета.
кувшин с краном 1500, 5,5 литра. Под подоконником кронштейны, и на них, допустим, висит стремянка. Можно какие-то табуретки, наверное, складные, стулья повесить. И вот это кресло желтое. Бесплатно, 10 лет гарантии на него, и цена 13 000. Сверху полка для тарелок, 80 на 100, стоит 4999. Лампа, светильник, 1500. Видите, не только для тарелок, можно книжки сложить, цветочки поставить. Снизу крючки есть. Абажур 1599. Посмотрим, что тут за стол. Скатерть на столе. Стол стоит 12 000. Стол раскладывается. Здесь половинка сейчас открыта. Ящички посерединке есть вот такие. И можно увеличить стол, открыть второе крыло. Цвет Марилка Антик. И варианты есть еще белый цвет. Салфетница 400 рублей. Это новинка из лотоса. Сплетена. Стульчики по 3300. Дальше я вам просто покажу кухни. Быстро посмотрим на них. Если вам интересны такие обзоры, пишите. Буду вам снимать конкретно уже про каждую кухню, каждый интерьер отдельно. Будем рассматривать детали, что сколько стоит. Что как красиво сделано в Икее. Смотрите, какие цвета стен. Как тут все подобрано. Какой тут горчичный. А тут вот обои. Как жаль, что в Икее не продают обои, да? Большая кухня-гостиная, даже есть такой остров, видите, отдельно вынесенная зона со столиками, рядом стол стоит большой, есть вот такая зона, где можно, например, читать, учиться, ноутбук поставить, и вот такая кухня большая. Подсветкой внутри, двери с матовым белым стеклом, открывается нажатием дверцы. Опять моя любимая разделочная доска, 1000 рублей. Ее, кстати, можно на раковину подвинуть. Если мало места. Подставка для банок 2000. И вот такая корзинка 1300. Смотрите, какие есть разные рейлинги, крючочки, полочки. Вот рейлинг, например, 549 рублей стоит, 79 сантиметров, черный. Можно сушилку повесить, 999. Магнитная планка 999 для ножей. Рейлинг вот такой плоский, из нержавейки, 500 рублей, 80 сантиметров. На него можно досочку вот так повесить из бамбука. Разные другие подставки, вот для контейнеров 1999. Доска 1300, бамбук 36 на 30. Дозатор для жидкого мыла бамбук 499 рублей.
подставка для контейнеров бамбук 1299 рублей. Это для специй. Вот так вот к рейлингу оно крепится. И туда бутылочки ставятся со специями. Дальше следующая коллекция. Накладная ниша. Вот такая крепится к стене. 500 рублей, 80 сантиметров ширина. И на нее вешаются уже разные приспособления. Например, вот такой контейнер можно за 600 рублей повесить. Вот так вот снимается. Или вот такой контейнер. 1300 тоже снимается. Дальше есть подставка для планшета. Например, вы любите готовить и смотреть кино. 500 рублей. 40, так, 26 на 12. 5 крючков. 149 рублей. Вот не знаю, ковер в кухне, это как-то не очень практично. На мой взгляд, у меня бы он точно не выжил. Вот она, новая коллекция, красивая зеленая. Тут и шторки, и подносы. Лаванда в горшочках. А вот это что такое? Бокал, 4 штуки, 500 рублей. Классные бокалы, вот в коробочках продаются. Такая полочка, 4900, полка навесная для тарелок, 30 тысяч посуды, кухонный стол «Остров», 126 на 79 и на 90, черный дуб. Смотрите, тут какая романтичная красота, как красив стол сервирован, серо-розовые тона. И зеленые. Дальше комбинация метод 38400. Две со стеклянными дверцами и снизу цельные дверцы. Подсвечники, зеркало большое 91 на 137 тысяч. И люстра 7000. Дорогие друзья, пишите, что вам интересно было бы посмотреть, может быть, организацию ванной комнаты, как это видит IKEA, что тут у них интересного в ванной комнате бывает. Халатик 2300, такой мягенький. Пишите, будем снимать.